Здравствуйте, уважаемые зрители. Я сегодня, к сожалению, без микрофона, поэтому буду говорить погромче, чтобы меня было слышно. Итак, сейчас примерно 1:20 дня. Вот такой шкаф мы только что закончили. Это уже плюс уборка и плюс одна маленькая полочка напротив. На заказе мы находимся с 10:00 утра. И давайте я вам коротко расскажу об этом шкафу. Это встроенная модель в прихожую белого цвета на раздвижной системе квадро. Профиль в цвете алюминий. И эти двери доводятся на закрывание. Имеют доводчик с одной и с другой стороны. Внутри вы можете наблюдать один большой отсек наверху до потолка и два отсека для вешалок. Задняя стенка из обоев. Вот можете обратить внимание, идеальный вырез в багете под наши планки и верхнюю направляющую. Такой же приходится с той стороны. И не менее идеальный вырез под электрощиток, который делается фабрично на станке по предварительным замерам. Щели, как всегда, отсутствуют, как сверху, так и по краям, так и внизу. Шкаф стоит на ножках высотой 8 сантиметров. Нужно это для того, чтобы отрегулировать его по уровню во всех плоскостях. И, пожалуй, это все. До свидания.